Меня зовут Андрей Чебуняев. Я закончил Ростовскую государственную консерваторию имени Рахманинова. Я пишу инструментальную музыку и песни с 14 лет. Пою. Являюсь солистом ансамбля «Донское сияние». Лауреат международного конкурса имени Магомаева «Орфей-2019» в городе Грозном. Лауреат фестиваля конкурса «Солдатский конверт» 2022 в городе Ставрополе. Победитель международного фестиваля солдатской песни «За веру, за отчизну, за любовь» в городе Сочи в номинации «Авторы-исполнители». Участвуя в фестивале «Таврида Арт», я хочу расширить круг знакомств с коллегами, получить наставления от опытных мастеров эстрады, познакомить как можно большее количество слушателей и зрителей с моим творчеством.